Ребята, всем привет! У нас сегодня с вами будет запас баночек, истощенный во время ремонта. Покажу, как я ухаживала экспресс за своей кожей. И не только экспресс, покажу в своих фаворитах, которых добивала раз за разом некоторых баночек аж по два экземпляра одинаковых. Надеюсь, вам это видео будет полезно, интересно. Если да, не забывайте, пожалуйста, поставить палец вверх в поддержку этому видео. Также подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы этого еще не сделали. Поехали! Первое, что я хочу вам показать, это маски для лица, которые я расходовала с невиданной просто скоростью и силой, потому что кожа моя требовала дополнительной подпитки. Здесь просто было куча пыли, и невозможно было никак кожу восстановить, подпитать и сделать более мягкой. Могу сказать, что из всех масок, которые у меня были, одноразовых, у меня остаются фаворитами маски Leaders с сайта iHerb, средняя стоимость во время акции около 350 рублей за штуку. И вот такие вот маски, которые мне привозили из Кореи, но их можно найти в подружке. Это маска от бренда корейского GM Solutions. И они даже лучше, чем Dr. Jart, который стоит в 10 раз дороже. Питают кожу, восстанавливают, отбеливают прыщики, выглаживают поры. То есть они делают комплексный такой уход за 15 минут, который реально работает и который проверен лично мной. Очень надеюсь, что эта рекомендация спасет многим девушкам жизнь и избавит вас от сухости кожи лица. Хотела вам показать еще вот такую вот мицеллярку от бренда La Roche-Posay. Вы наверняка знаете, что я огромный поклонник этого бренда, но есть, конечно же, у них и абсолютно посредственные продукты. Например, вот эта мицеллярка, она хорошая, но, в принципе, если мне нужно дополнительное очищение, то я выбираю такие мицеллярные воды, как, например, Viare. Она очищает намного лучше с первого раза, соответственно, вы избавляете себя от того, чтобы растирать нежную область век, например, с которой я обычно снимаю макияж отдельно с помощью ватного диска. Вот, поэтому мицеллярная вода хорошая, на твердую четверку даже с плюсом, но тем не менее, учитывая, сколько продуктов я пробую, я уже могу отличить действительно хорошее от нормального. Дальше хотела вам показать два продукта, о которых регулярно рассказываю. Недавно еще раз делала пост у себя в Инстаграме с фаворитами марки. Это гель для умывания от бренда La Roche-Posay из серии Eva Clar, которые действительно спасают мою кожу и восстанавливают ее в самые трудные периоды. После окончания ремонта, как меня отец и предупреждал, когда я с ним разговаривала, что доченька, ты, конечно, выдержишь все, но потом, когда придет время и будет возможность расслабиться, твой организм скажет тебе покасики, и вот тогда ты будешь, ну, он и будет на тебе отыгрываться. Так и случилось, только ремонт закончился, я режим боевых действий внутри с ним попрощалась, и у меня просто начало рушиться все. У меня кожа превратилась вот просто пятки в самые сухие, которые только возможно. Волосы я вообще не могла расчесать, хотя во время ремонта было все окей, а потом просто сухость нереальная. Кожа с подбородка, с носа, вот тут вот вокруг слазила кусками, здесь где-то жирная, в общем, вообще непонятно что. И единственное, что восстанавливала и восстанавливает сейчас уже новая банка, соответственно, третья стоит, это гели от Eva Clar, который меня сразу же спасает. Вот если я не пропускаю, хорошо очищаю кожу лица, что было в реалиях ремонта невозможно, у меня были времена, когда у меня не было ни ванны, ни раковины, то есть нельзя было умыться, и, соответственно, кожа моя вот так реагировала. Сейчас использую гель этот же, и Clarisonic свой достала из закромов, сразу же кожа возвращается к былым временам, я уже чувствую и вижу, как она светится изнутри, говорит мне спасибо. Дальше пройдемся тоже уход за лицом. Покупала, когда была в Испании, кажется, со своей подружкой в Барселоне, у бренда Rituals есть еще, оказывается, и отличные, огромная, точнее, линейка ухода за кожей лица, у них потрясающая какая-то увлажняющая маска, у меня был пробник, но вот этот тоник тоже могу сказать, что он неплохой, но учитывая, сколько он стоит, более 2000 рублей, если я не ошибаюсь, это тоже продукт относится в моем личном рейтинге к категории посредственных продуктов, потому что есть у брендов российского производства, например,
за 300-400 рублей тоники не хуже. И все-таки так как этот продукт расходуется достаточно быстро, я предпочитаю не тратить лишние деньги на это. К слову, о российском производстве и о российских продуктах. Закончился у меня вот такой вот пилинг от бренда Olin. Идеальнейший пилинг для головы с растительным составом на травках. Вы наносите его как пенку, а вот так вот выдавливаете, соответственно, ладошку, наносите на кожу головы, массируете все это дело, оставляете на 3 минутки и затем смываете с помощью шампуня. Имеет антибактериальный эффект, это такая профилактика всяким заболеваниям кожи головы. Если у вас есть перхоть, если у вас забитые поры, если вы чувствуете какую-то, ну, знаете, недоочищенность, то с этим всем очень круто помогают пилинги бороться. Если даже у вас все хорошо, советую раз там в 2-3 месяца делать такую процедуру для того, чтобы дополнительно очищать кожу головы. Могут попадать какие-то укладочные средства, маски или там от кондиционера какой-то состав, и, соответственно, волоскам новым будет тяжелее пробиваться наружу. Кожа головы должна дышать, вот, и должна быть хорошо очищена. В этом плане этот пилинг мне очень нравится, и еще мне очень нравится его недорогая стоимость. Заказывала я его на Озоне. Зато у бренда Ritus очень крутой уход за кожей тела, в том числе дезодоранты. Я могу сказать, что если бы мне пришлось выбрать только один дезодорант и больше ничем не пользоваться, я бы выбрала все-таки от этого бренда. Увы, там все-таки есть какое-то содержание вредных веществ, я гуглила состав, но тем не менее, это идеальный продукт для меня и в плане использования, и в плане ощущений, комфорта, и он очень даже рабочий. Давайте уж закончим и добьем бренд Ritus. У них самый лучший уход за телом. Тоже, опять же, если бы мне пришлось выбрать один бренд по уходу за телом, я выбрала бы именно эту марку. У них очень крутые скрабы, особенно сахарные, если мне не изменяет память, которые с морской солью крупные, они намного хуже скрабируют в итоге по факту, чем сахарные или с мелкой солью. Мне очень понравилась вот эта вот линейка, но она была лимитирована, насколько я знаю, Off Chado. Если вдруг вы ее найдете, у нее просто потрясающий аромат, и, насколько я знаю, в России тоже сейчас можно в каких-то магазинах, правда, как обычно это бывает втридорога, но купить эту марку, если вы тоже хотите с ней познакомиться. От Botavicus, это самый мой любимый бренд в плане ухода и очищения кожи головы, то есть я очень люблю их шампунь Recovery, именно эту линейку. Она у них обалденная, очень долго я ей уже пользуюсь, и кожа чувствует себя просто превосходно. Но вот маски у них, к сожалению, как это часто бывает у органических марок, тоже среднячковые. Я предпочитаю все-таки использовать какой-то профуход в плане кондиционеров и в плане масок. Иначе моим сухим волосам осветленным, к сожалению, не особо что-то помогает. Вот из любимчиков в последнее время могу выделить от Matrix вот такой кондиционер. Это у нас So Long Damage, называется Total Results линейка, и она действительно очень круто работает, даже небольшая горошина этого кондиционера именно разглаживает волосы, соответственно, увлажняет, и вы их не вытираете при расчесывании, что в последнее время для меня просто беда, из-за того, что волосы путаются, но сейчас они уже приходят в себя, очень много волос я теряю просто из-за того, что их нужно хорошенечко прочесать перед укладкой. Еще один очень хороший кондиционер, тоже на пятерку, вот этот вот даже, наверное, на 5 с плюсом, от бренда Coral Purify Reale. Долго на нем останавливаться не буду, потому что, насколько я помню, у меня уже был на него обзор. Хорошо питает, увлажняет и дает нормально расчесываться, потому что то, что у меня сейчас есть, из-за того, что карантин, я новые продукты стараюсь не докупать, а вот как раз добивать то, что у меня лежало там в коробках. И есть настолько вот продукты, вот, ну ни о чем, на двойку буквально. Я там из Индии аюрведические маски привозила, но они вообще ничего не делают. Зато у бренда Botavicus очень неплохие есть серии скрабов. Мне безумно нравится именно скраб из косточки абрикоса. И нравится мне его использовать как на лицо, когда оно сильно закупорено, например, в условиях отпуска, когда солнышко, когда песок, когда морская соль, или в условиях, опять-таки, ремонта, очень круто помогает и также очень хорошо тело скрабирует и именно выглаживает его. Отдельная песня с телом. У меня кожа на теле первый раз в жизни была настолько грубой, просто как будто шероховатой и цеплялась. Сейчас я вернусь к своей просто
хочется сказать, нежной попки младенца, но в буквальном смысле слова. У меня настолько мягкая кожа сейчас, как всегда была, и я могу тоже вам сделать отдельное видео с уходом за кожей тела, потому что многие мамины советы я использую, которые реально работают, и сейчас, когда наступило время расслабиться и есть возможность там принимать душ и потратить какое-то время на спа-уход, я вижу вот результаты за 2 недели и по волосам, и по коже лица, и по коже тела. Просто все сразу же приходит в норму. Но зато, например, скраб из грецкого ореха у этого бренда мне совсем не понравился. Он слишком мелкодисперсный. Я вот могу здесь вам остатки показать. Он просто как мельче, чем песок. То есть толку от него я не вижу. Хорошенечко проскрабировать тело я не могу. На лице он тоже непонятно воздействует. В общем, абрикосовая косточка реально очень круто работает. Дальше хотела вам показать. На Эфербе заказывала вот такое кокосовое масло Джеро. Ухаживала им за собой и в питание добавляла и так далее. Но если коротко, я бы поставила этому кокосовому маслу тройбан, потому что он, ну, как-то очень быстро прогоркло или даже скисло. Короче, у него стал какой-то не очень приятный аромат, и несмотря на его там приятную цену и хорошие отзывы, все-таки мне кажется, на Хербе есть намного более качественные продукты в плане кокосового масла. Об этом мы поговорим с вами в других видео, но в общем такую банку не берите. Дальше хотела показать вам малыша, но вообще есть и полноразмерная версия. Это хорошая двухфазка для снятия макияжа от бренда Clarins. Она идет тут синяя и прозрачная жидкость, как обычно, вы ее должны смешать. И за счет масла в составе она очень хорошо смывает водостойкий макияж. То есть если вдруг у вас есть какая-то проблема с тем, что вы часто используете стойкие макияжи, то присмотритесь к такой вот баночке. Очень мягкая маска, толку которой я вообще не понимала, пока я не покрасила волосы. Поэтому, если коротко, если вы окрашиваете волосы, то эту маску стоит брать, стоит выдерживать, заморачиваться, там по полчаса с ней ходить. Если же у вас натуральный волос, я покупала первый раз, когда у меня волосы были не окрашены, вообще никакого толка от нее нет. Ну вот вообще ровным счетом. То же самое про вторую банку от Coral, которую я использую, Marais. Сейчас она мне очень нравится, как и кондиционер. Тогда я толку особого не видела. И у нас осталась с вами практически только декоративная косметика. Еще одна банка вот кларансовской малышки двухфазки. Вот такой вот пробник у меня был. Их сразу было штучек 10, наверное, в каком-то боксе. Мне пришла эта биочистка от Bio Beauty. Если кто не знает, это такая сухая смесь, которую как уптан, которую вы мешаете с водичкой. И получается такая как скрабирующая консистенция, которую вы должны распределять на кожу лица, как песочек такой, и аккуратненько, не сильно надавливая, таким образом счищать верхний роговой слой кожи. Короче, это такой пилинг-уход-скраб для кожи лица. И если вдруг вы давно на меня подписаны и давно меня смотрите, знаете, что я обожаю бренд «Секреты красоты». До сих пор там в составе вулканический песок. Так вот, одно время все говорили, что это прям одно и то же, одно и то же. И на всех там ярмарках можете слышать, то есть если вы будете с консультантами разговаривать у Bio Beauty, они все вам будут говорить, это все одна и та же компания. Вот не верьте, на самом деле это не так. У «Секреты красоты» продукт на 5 с плюсом, у Bio Beauty, на мой скромный взгляд, вот ну на среднюю четверку. То есть этот продукт бы я не стала бы покупать в полноразмерной версии, не стала бы тратить на него деньги и не стала бы травмировать свое лицо. Нам как-то не такая деликатная чистка, не такой эффект, видно состав немножко другой. Мне вообще очень вулканический песок, вулканическая глина подходит для ухода за кожей лица. Есть в одном скрабе, кстати, на Хербе, буквально там за 5 или 6 долларов тоже этот состав. Я вам пришлю обязательно ссылочку, если вы хотите какую-то муссовую консистенцию. Дальше у нас с вами идет то, что я израсходовала за время ремонта, но все равно мне нужно было периодически хорошо выглядеть, поэтому я использовала какие-то небольшие, таскала с собой косметички. Это от Bobbi Brown Skin Longwear Weightless, лучшая тональная основа, без которой я не могу жить. У меня уже новая полноразмерная партия, версия, и у меня это оттенок 1.25. Очень хорошее покрытие, матовое, полное, но при этом невесомое. То есть, если
Мы пробовали Estée Lauder Doubleware, оно все-таки очень красивое, оно тоже full coverage, то есть полное покрытие дает, все маскирует, но его на коже лица все-таки видно, этот тональный крем. Здесь он как будто намного более легче, как будто вторая кожа, но идеальная, такая приближенная к инстаграмовским красоткам. От Biore хочу вам порекомендовать вот эти вот полоски на нос, если вдруг вы используете. Из всех полосок, которые я пробовала для очищения пор, отрывные вот эти вот черные, это самые лучшие полоски из всех японского производства. По-моему, мне их именно из Японии доставляли, но в России их тоже можно найти. У меня закончилось аж 2 консилера. Это показатель, насколько сильно я любила этот продукт. Я использовала его на каждый день. Это Full Coverage в оттенке 0,75. Вы видите, да, что это Yves Saint Laurent, но не просто Yves Saint Laurent-овский классический вариант консилера легкого, который там туши-кля, а это его собрат, но более плотной консистенции, матовый, при этом не сбиваются мимические морщинки. Если вы давно искали какой-то люксовый, качественный продукт, но у вас есть какие-то возрастные изменения вокруг глазок или какие-то особенности в плане мимики, красиво смотрится, но при этом вот маскирует и убирает недостатки. Еще один любимчик – это Instant Age Rewind. Более плотное и более заметное, конечно, покрытие дает. Но если вдруг вы найдете способ, а я даже знаю, как купить вот этот консилер где-то в Европе или в Америке, то он вам понравится. В России как будто другие составы, не понимаю, в чем прикол, но у меня 2 аналогичных консилера чуть-чуть разнятся по цвету, это раз, а 2 по консистенции. Если тот, что я заказывала в Америке, я на коже и в порах не вижу, тот, что я покупала в России, вижу. Ну, так вот, сейчас на Herbie в подразделе Love Letter есть бренд Maybelline, и там есть этот консилер, поэтому закажите себе на пробу, если вдруг вы еще этого не сделали и не успели разочароваться в его российской версии. Вот такая тушь у меня закончилась, сейчас уже есть 2. Если помните, раньше все были подсажены просто как на иглу на тушь Yves Saint Laurent с эффектом накладных ресниц. Это что-то подобное, только от бренда Clarence. И та тушь от Yves Saint Laurent как-то изменилась сильно. Она стала засыхать буквально за 3-4 недели использования. И покупать себе тушь за 3000 рублей каждый месяц, ну как-то мне не особо вперлось, уж простите, пожалуйста. Поэтому вот, если вы хотите какой-то более там люксовый аналог, чем NYX туши, чем Vivienne Sabo, которую я тоже очень люблю, то это тоже хороший вариант. Называется Wonder Perfect Mascara 4D. То есть она делает все и удлиняет, и подкручивает, и придает объем. И, ну, в общем, короче, все, что нужно. Сейчас она у меня, кстати, на ресничках, и она мне очень нравится. И вот, кстати, лежит вот 2, которая свежая. Хотела вам показать то, что закончилось. Мой самый любимый крем под глазки, уже показывала не раз, знаю, что у него не так много поклонников, как хотелось бы, чтобы вы не сомневались в моем мнении, скажем так, и в эффекте, который он мне дает, но, в общем, я когда ходила к косметологу в последний раз, она мне сказала, что именно продукция Lancôme по уходу за лицом, в особенности за глазами, это самая частая причина походов к косметологу, что самые частые случаи вызывания аллергии. В общем, я послушала, я все прекрасно знаю, я читала составы, что вроде как непонятно, что там так работает, но если я на один глаз буду в течение месяца наносить этот крем, а на другой какой-то другой, гипердорогой за 20 тысяч, Lancôme все равно будет работать для меня лучше. Использовала уже 4 банки совместно с сывороткой. Поэтому тут дело ваше. Если есть возможность где-то приобрести пробник, забрать у подружки, попробовать и так далее, сделайте это. Потому что, ну, для меня это реально самый лучший продукт по уходу за глазками. Паста. Не устаю ее показывать. Мне кажется, мне должны приплачивать уже, потому что я лет 5 сколько веду канал, рассказываю про эту пасту и знаю, что на нее подсажено уже, блин, очень много тысяч человек. Это Орет Ба конкретно премиум с кремноземом, с таким как будто песочком внутри в составе, и вы его будете чувствовать, ну, может быть, первые 3-4 дня, потом вы вообще не замечаете, что есть какой-то дополнительный песок, скажем так, в пасте. Это происходит именно потому, что вы очищаете, скажем так, свои зубы от внешних загрязнений, от налета и так далее. Он перестает, этот песок, застревать между зубов, то есть он практически невидим, он не царапает ваши зубы, очень бережно отбеливает.
и убирает налет. Я пользуюсь этой пастой на регулярной основе, постоянно. Еще два последних, кажется, продукта. Это Vivienne Sabo микрокарандаш для бровей, который я вам уже не раз показывала и готова показывать еще. И еще, потому что он действительно качественный, хороший, за стоимость 200 или 300 рублей. Сколько он там стоит, я уже не помню. Вы получаете аналог классу типа Анастасии Беверли Хилл за 3500 или Ланком за 2000 и так далее и тому подобное. То есть это очень крутой микрокарандаш с хорошим покрытием, с хорошим грифелем. Им очень удобно прорисовывать волоски по отдельности, и он очень круто смотрится на бровях. Я слышала отзывы от вас, что он очень быстро высыхает. У меня такой проблемы не было. Скорее всего, это был брак упаковки, и у него при этом очень-очень много поклонников, так что пробуйте обязательно. И последнее, что я хотела вам показать, это тушь от бренда NYX. Называется она On The Rise, и люблю я ее наравне с тушью от Vivienne Sabo, которая и классическая, не классическая версия, а Cabaret Premier. Вот эти две туши очень похожи друг на друга, и мне они очень нравятся за счет того, что они именно вылепливают реснички, и в течение дня они супер зафиксированные, такие чуть-чуть более тяжеловатые, не такие пушистые, как с Clarins, но они зато больше вот как бы разложены, больше форму держат. Мне этот эффект очень нравится, поэтому вот у меня сейчас в косметичке три вот такие прекрасные туши. Я сейчас не поняла, потому что мне теперь непонятно, какую я из туши использовала, а какую нет. Они обе похожи на свежие. Ну да. Блин, это печаль, девочки. А какую тушь из этих я положила на место, а какая новая была? Вроде так. Надеюсь, не выкинуть ничего.